Хриплый. Чё? Спишь, что ли, блин? Ты чё спишь-то? Рота как-то нужно открыть. О, кажись, открываются. Колеса есть тоже. Хе-хе-хе, вот это пофартило, да? Ну? Ха-ха-ха, здорово! Борода, а ты походу ездить умеешь? Походу да. Ничего себе! О, блин, о! Умею, да! Ого! Ты что? О, не умеешь походу! Умею, смотри, как я еду! Класс! Вот это... Здорово! Это аппаратом хапанули, да? Слышь, Крипто, нам походу это на заправку нужно заехать. А чё там? Бензина мало. А бабло есть-то? Немного есть, сейчас наш Крипу что-то заправимся и это. Поедем, бабки можно будет на машине зарабатывать, слышь? Вот дури! Сейчас будем таксовать, короче. Крутят, да? Нормально малую машину взяли. Мы покатаемся, обратно ее потом поставим. А ты вообще где учился кататься на машине? А? Где учился? Учусь только. Так, иди это, заправляй машину. А что я? Вон! Вон, смотри, там гонит этот. Эй, зелененький, иди сюда, заправишь нас немножко. Слышь ты, лопух, давай, сюда. На, бабки, иди, заправь. На кассу сбегай. Опять я. Че я все время? Хватит, не выдумывай. Да, не выдумывай. Бабки ей бросаю на стол и говорю на все, она офигевшая, такие глаза на меня. Красавчик. Ну что, едем дальше. Погнали. Моргает, смотри, что-то. Что ты моргаешь? А, уже треснул кто-то. Один оттреснулся уже. Походу ездить не умеет. О, слышь это, Борода хотел спросить, а ты вообще где учился кататься на тачке? Ты учился? Я учусь еще только, я учился. Когда-то в этом, форспид какой-то там, короче, первые места занимал. А, знаю, не форспид называется, да? Да, это короче. Я так тоже умею. Я там гонял еще. Ничего так. Мне тоже эта игра нравится, вообще бомба. Там вот это, движки все, колеса усиливаешь, там разная всякая наклеечки. Ну, вообще, мне нравится эта игра. Короче, Хриплый, нам это, где-то денег нужно заработать. Так давай, это, крочанем, кого-то поднимем, вот здесь. Ну, кто-то поедет с нами, останавливайся нас. Смотри, короче, никого здесь нету. О, вон она, остановочка, может кого-то зацепим, походу. Только надо спросить, бабло есть-то? Без бабла не повезем, согласен? Без бабла нет. Эх, вот это житуха, тачка есть, все есть. Есть, жрать охота, блин, есть. А ты что, все деньги что ли мне отдал на заправку машины? Да, я вложил в это. Бензин что ли, все бабки на бензин, ты что вообще, Борода, а что жрать-то будет? Сейчас заработаем, что ты кипишуешь вообще здесь, я не понял. Да ладно, ладно, молчу. О, Хриплый, смотри, на столбе это кабеля лишние висят. О, натуре. Нужно бабки заработать. Ты чё, я туда не полезу, он как долбанет, блин. Вообще, блин. Нет, ты чё, вообще, это не для меня. Ну не хочешь, как хочешь, будем другие варианты искать. Давай лучше другой вариант, а то по столбам лазить. Там, знаешь, толком как долбанет.
Ты же говорил, ты такой лазишь, умеешь так лазить по столбам, чего-го-го. Не, по столбам. Я по деревьям могу, как обезьяна, по столбам не. Борода. Наши номера паленые, спалимся. Надо что-то думать, давай поставим другие или что-то другое думать. Где другие взять? У нас же бабок нету. Да давай болотом замажем или как, что, не знаю. Да давай. Установи. Не знаю, давай, марш. И задние и передние, что ли? Да, задние и передние, марш быстрее. Да. Ты че, в натуре? Че еду? Давай ты один, одни, а вторые. Хриплый, блядь. Оставлю, ну сейчас сам уеду. Че ты всегда командуешь вообще? О, теперь где? Нет. Я себя... Борода! Все в елочку! Два замаза, как положено! Фиг нас теперь кто найдет! Ну что, нормально там это? Номера замазал? Да нормально! Не спалимся, все четко! Эй, что так музыки? Ты что, борода? Блин! Борода, ты чё? Чё хрипло? Чё там такое? Да нормально всё. Чё? Пол морды нету, как ты едешь? Я чуть не убился. Вот это да, хрипло. Вот это мы попали. Чё, как думаешь, может не поедем? Да глянь. Офигеть, вот это ты чё, да. Глянем, как она там? Может, ты чё, поедем на ней? Фу, вот это валит дымара, ничего себе. Всё. Все, хриплый, приехали, блин. Вот это нефиг, что мне под руку базарить, понял? А че я, А че под руку базарить? Ты рулил, надо посмотреть, куда рулил. Заяц, говорит, на дорогу выбежал, блин. Я, а ну, что-то здесь есть хорошенькое? Давай пробьем сейчас, покажем. Давай, открывайся. О! О, да тут есть, о, смотри. Да смотри, кирка даже есть. О! Туда все заброшено. Удочка рыбы ловить будет, да? Смотри, там еще питание даже есть, мой Леха, ну и что? Вот так нормально, что? Спички пригодятся? Нофиг еще, смотри. Спичечки. Бензопила. О! Одеяло какое-то бери, нам это понадобится. Одеяло чурмое, я забил. Слышишь? О, пойдет. Это тоже пригодится нам. Сваливать надо побыстрее. Сваливаем. По-быстрому. О, смотри, деревня какая-то, идем хату пробьем там. Ну идем. Главное, чтобы была какая-нибудь подходящая. Вот смотри, деревня какая-то, сейчас это, какую-то хату найдем. Да, Да, ты быстрее давай, я на следующую опаздываю. Иду, иду, пап. Пару минут. Блин, зубы забыл почистить. Дань, быстрее давай, Дань. Иду, пап. Где же ключи, блин? Не помню, что это такое? Что за прикол? Машина где делась? Дань, я не понял, что, мама машину взяла? Она же знала, что у меня важная встреча. Да нет, пап, мама в комнате спит вообще. В смысле спит? А машина где тогда могла деться? Не знаю, а что, машины нет? Нету, Дань. Я думал, мама взяла машину и поехала туда. Нету тачки. А где? Угнал кто-то? Что, реально машину угнали? Походу, да, да. Сейчас я полицию вызову. Пускай разбираются. Я, походу, знаю, кто это сделал. Кто? Кто это мог сделать? Это, походу, те чуваки, которые еще Нюф пытались украсть и квадрик мы стырили. Короче, да, вызываю полицию. Пусть разбираются. Вообще беспредел такой. Блин, просил же их не появляться больше на моих глазах. Пришли вчера, блин.
Нерф я им отдал. И машину угнали. Ребят, если вы видели, кто это сделал, и если это эти чуваки, обязательно ставьте лайк, пожалуйста. Тогда мы их отследим. Алло, добрый день, у меня машину угнали.